Ну что, здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала, меня зовут Юра, и мы продолжаем играть в Лего Бэтмен за видеогеймы. В прошлой серии мы завалили даже двоих супостатов, Харви Дента и Пейзену Сайви. Так, давайте загружать, блин, 5,3%, давай загружай, 5,3%, уже половину игры, можно сказать, прошли, ну не половину, там уже треть, не знаю. Ну реально, будем идти только по сюжетке всеми этими налево-направо, не будем распыляться, расходиться. Геройская комната. Как всегда, ну, вот соберем парочку этих штучек. И поехали, а ты, Робин, тусуйся там, стой. Так, на пятое. Пятое у нас уже мишен. Лицом к лицу называется. Погнали. Сюжет, конечно. Свободная игра. Что мы свободны? О, воу. Ридлера сейчас будем валить. Захаточника. Отлично. Который вечно коробочками, всякими ящичками разбрасывается. Собирай давай. Лехо. Что у него на голове нету ничего? Лысый, что ли? Ого. Это что, Эйфелеву башню он там собрал? Я не помню. Вечно этот Робин какую-нибудь херню сделает. Тоже не то. Это, типа намек. Намекивает нам что-то. Ясно. Ти. Ой, очередная пайка. Так, надо этих гангстеров в первую очередь полить. Робин вообще бесполезная херня, на самом деле. Совершенно не помогает. Машину я смогу раздолбать? Как бы не так. О, а вот эти хрени. Странно. Это, наверное, чтобы я никуда не проехал, да? Так, то надо кнопенцию нажать. Как это сделать? Наверное, никак. Я понял. Блин. Не бей его. Это больно. О. Ну, теперь соберем. Вагонетку, наверное, какую-нибудь. Там что лежит какой-то? Ты что за ящик такой? Непонятно. Короче, не ясно. Ага. Да давай, собирай. Ага. Во! Только я не очень понял, нафига это происходило вообще. Да ладно. Да блин, да вот почему нельзя их вот застопорить? Так, одного под как можно дальше отведем, второго. Он дурачок, он приходит. Ну ладно. И что теперь? Теперь мы можем в машину сесть или как? Да, можем. Давай, запрыгивай. Зю-зю-зю. Я вообще-то не доехал. Чуваки. Сейчас я вас всех, конечно же, задавлю. Они слазить не хотят. Это база. Пока я не вылезу из машины. Сюда. Так и не долезу до него. О. Да блин. Не, ну вот не сволочь. Да сука ты.
Вали, пидорасов. Сложно? Получил поджопник. И ушел. Так, ладно. Что тут надо повернуть опять, да? Я не очень понял, в чем суть. Не, я, конечно, понимаю, что надо, чтобы один крутил, а другой поднял, но... Так, ну, этот реактивный засранец мы уже видели. Так, Бэтмен, стой здесь. А, так он будет стоять. Нормально. Хорошо. Тихо! Не надо вот это вот. Так, я пролетел. И что теперь? Это надо нажать на ту... А, я понял. Ну давай. А, это юмор-то. А, не, все нормально, а то я думаю, сейчас не отключится и все. И Робин там навсегда останется, бедняжненько. Да не при. Ну, троху жизни подкачал. Так, что-то здесь собрать можно? Нет, нельзя. Это все, конечно, хорошо. Но, наверное, на машине надо сюда приехать, да? Да. Ну, лезь ты под колеса. Как сложно управлять. Из машины ни туда, ни сюда. Здоров, пацаны. Что, задавить нельзя? Еще все время бить не той кнопкой пытаюсь. Вот это вот гемор. Иксом. Что переназначено? Ого, гляньте, как они приехали, смешно. Что там вверх ногами там? Жопу вверх поднял, что-то там сидит. Так. Мотоцикл. Могу на него присесть, но мне что-то, честно говоря. Это не с руки. На машину могу сесть еще. Ага, 25. Так а где я вам эту соску-то возьму? Чтобы 25 туда всосать. У меня этого костюма нету, как бы. Ну ладно, давайте. Это что ли? Нажимать надо. Да блин, попасть сложно. Хера. Здесь собирать что надо или не надо, я не понял. Все время не засек. Будем и часа вот. Минут 10, наверное, играем уже, да? А, вот что-то здесь надо сделать. Ну, давайте устроим. А. Ничего здесь особо не сделаешь. Сейчас подумаем. А, ну я ж туда просто пройти ж могу. Блин, наркоман. Такая херня непонятная. Автоматы с кучей денег. Гляньте, гляньте, и забор можно похерячить. Все можно, если осторожно, да? Твою мать, нифига себе! Охренеть! И шут... А, ты, наверное, знаешь, что с ними надо делать.
А вот и нет. Короче, не заходи, как говорится, иначе замочу тебя. Наехать на эту, что ли, мотоциклом надо? Если бы он еще управлялся нормально. А, вот здесь мы сможем тогда вот эту фигню взять. Я понял. И можем отсасывать. Я-то думаю, где-то херня для отсасывания. Ой. Я хотел просто переключиться. Ну, отсасывать кто будет? Тебя. А, кстати, это не отсасываемая штука, это просто можно бегать по... Трындец. И куда мне сейчас подниматься? Ну, вот эта штука, наверное, она должна отключать... турели, что ли, или что? Я почему-то не могу ее воспользоваться. Куда идти-то? Не очень понятно. Я, честно говоря, думал, что надо будет. Тут здесь вообще ничего нету для этого. Понятно, что эту как-то надо задействовать. Блин, как? Пройдут, их завалят. Ну, детали валяются. Что самое интересное. Ну, здесь делать нечего уже. Ну, реально. Реально делать нечего. Ладно, будем искать. А, ну, блин, рядом бегаю и не вижу. Честно говоря. Почему-то вот так вот иногда не замечается. Очевидные вещи. Недостаточно очевидны. Гляньте, а он может залезть. Так. Давай. Дурачок механический. Не упади только. Твою сука мать! Какого хрена? Да ёпырасоте, ну! Тут еще управление такое корявое. Ой. Попробовал на стике. Видели, что произошло. Не, ну мне срочно надо наверх, каким-то образом. Так. А, ну я, наверное, просто не дополз, да? Ну, давай. Не будем выпендриваться, будем уже доползать тогда. О. Фух, я уже думал, не долезу. Так. И что? Не очень ясно. Бэтмен. Ты, блядь, придурок, сука, какого хера ты спрыгнул? Да, блин.
нафига мне этот костюм тогда, если я могу спокойно? Он просто берет и висит, он не знает, что делать. Вы посмотрите. А, ну что-то собрать можно. А, можно вторую собрать. Это замечательно. Я не успею обе нажать. Ну, ребята, ну извините, но я этого ни хрена не понимаю. Вот как? Ну иди сюда. Ну дозвон. Ну он спрыгнет сейчас, блядь. Ну иди за мной, ну. Может быть, надо по очереди. Дал ему пинка. Так, ну все, ладно, давайте по очереди, хорошо. Давай, запрыгивай, скотина. О, гляньте, сам полез. Нормально, давай. Давай, ползи. Ползи, дорогой. Ну это, честно говоря, это тупо. Хера вот так вот делать, блин. Они хотя бы игру проверили. Ты идешь или нет? Сука, ты придурок, твою мать! Короче, нужно забраться как-то. Блин, я не знаю, как он же спрыгивает потом. Или может не отходить далеко. Иди сюда. Иди сюда. И вверх прыгай за мной. Вверх. Фух! Я это сделал. Ой, блин. Так. Может, он сам нажмет? Да. Так, и что? Ну, хоть поехали. Минут 10 херней маялся, ради чего? Пистолетик он достал. А ты откуда взялся? Мы же тебя завалили. Охренели вообще. А как он по кислоте может ходить? Сюда иди. Так. Этим будет сподручнее. Я бы не сказал, что сильно. Нам... Так, а какого вот хрена? Как мне отсосать это все теперь? У меня же нет персонажа, который отсасывает. Тихо. Да. Так, ну может что-то собрать можно.
Я до него долечу, наверное. Ага, если бы, блин. Нифига. Да. Ну чё ты сдох? Ну, можно попытаться. Чё, наворачивается, что ли? Сюда, здесь что-то можно собрать. А, ну вот. Вот. Ты сюда и собирай. Да. И шо? Иначе я бы не допрыгнул, наверное, не знаю. Так. Тихо, тихо, тихо. Осторожнее. Так, опять на Бэтмена переключаемся. О, видите, вот. Он читерит. Сюда иди. Вообще там сдох. Ох, и лошара. Уборочку делаем. У меня тоже соседи. С утра я слышал там пылесосом херящими. Воскресный-то день. Так, 18. Ну, наверное, хватит. Собирай давай, ну. Ты чё с тобой кривой? Так, ну все. 30, нормально. Давай теперь отсасывай. Ну, сейчас кораблик нам построит. Все как надо будет. Ну, вон ни хера. Поехали. Садимся на эту субмарину. И я тут поезжу, все пособираю сейчас. А давай прыгай ты. О, тут подумал сейчас. Такой, а меня не взяли. Ух ты, целых 10 000. Ну шо? Ты тварь. Убежал. Токсические отходы смертельно опасны, да-да, я видел. Сейчас эту толпу разнесем, размотаем, пойдем дальше. Так, что тут надо? А где там этот наш герой? Собирай давай. Где там этот? Пошли. Ага, говорит, прыгай. Твою, сука, мать. С самого начала начинай, да? Так, я сделаю вот так вот, короче. Последнего цепляй. Ну ты все, размотался. Так, пылесосируй, как говорится. Ш, явно понадобится. Какие-то уровни долгие стали.
Чё он летает и не собирает? О, шо две? Как их поднять? Ну никак, походу, да? Тут не получится их поднять и все. Потому что они только Бэтмена могут туда перелететь. Ну ладно, они мне, в принципе, не так-то уж бы и нужны уже сильно. Пойдем. Что такое? Их перепрыгивать, что ли, надо? Это просто. Хераси. Офигеть. До свидания. Такая... Что-то сделать надо, что ли? Ясно. Идем дальше. Гляньте, он все троны золота соорудил. Ой. Какой молодец. И что, сейчас двоих валить надо? Так. Пошел ты в жопу. Да дай ты собрать. Зажал. Да ты будешь собирать ты или нет? Что-то я собрал. Я не знаю. Так, давай. Опять ты. Когда ты уже сдох. Карман. Так. Невозможно. Так, а это что? Не получается. Получи, как говорится. Фашист гранату. И еще одну штуку собрать надо, я так понял, да? Собирай давай быстрее. Ну что, теперь Ридлера надо вальнуть. Ты будешь помогать Робин или нет? Ты куда это, скотина? В общем-то, Робин помогает только вот этих вот мальчиков разматывать. Не знаю почему. Угля. Да вы достали. Блин, что делать? Что вытворяет?
Правильно, я здесь пока собираю вот это. Ну что там 5 из 5 чего-то соберу, я не знаю, что это такое. Наверное же соберу. Ну, тоже жизнью подпитывает, или что он там делает? Спелись два дебила. Спасибо. Ну, 5 из 5. А, я, а этот стоит за голову, держится, а я его валю. Ох, и странный. Ого! Так мы Ридлера вальнули там или нет? А, вот еще одна штука. Ну, супер-хиро, короче, насобрал все. Мочи этого дядю. Где там Ридлер? Вот он. Все, готов. Ну так мы их наконец словили или нет? И лезгинку еще станцую. Все мои чувства Бэтмен показал на своем лице. Ну и что мне это даст? 100% я сделал. Супер набор героя. 1 из 15, да? Так а то, что вот я вот там вот 10 из 5 собрал, это фигня? По всей видимости, фигня. Закончить сюжет? Что, уже все? А что сейчас будет? Это покажут нам еще. Архамазилум. О! Голофенянин сидит. Клепит там. О, тюрячки, чувачки. И это в тюрячке. Ну так мы уже всех посадили, можно сказать, да? Замечательно. Пролезно, просто пролезно. И? Что нам тут за мультики показывают? Ну, в смысле, картинки, арты какие-то. Ну все, со всеми разобрались. Всех развалили. Ну, музыка здесь должна быть, наверное, какая-то. Но меня, как всегда, забанили бы за нее. Ну, не забанили, но страйков бы получал, конечно. Пришлось бы удалять, вы бы там половину серии не слышали бы там. Туда-сюда. Нормально, в общем. Ну, а хватит. 7%, спасибо. Механики. Замечательно. Спалился, от кого репак скачал. Нормально, короче. И шо? Все? Все прекрасно. Потяните за рычаг, чтобы попасть в лечебницу Аркхэм. А? Я не хочу за них играть. Нахер. И что мне это дает? Люди дерутся там.
На, получи. Ты тоже. Классный чувак. Мне нравится. Он высоко прыгает. Да давай. Хера не понял, что это за французики понабежали тут. Где мне все это? Размотал их, короче. Побег можно сделать отсюда или нет? Походу нет, здесь только ходишь да развлекаешься себе. А, ну это типично, да. Дополнение, сюжетные клипы. Короче, это посмотреть можно все. Нафиг не надо. Я уже собирался этому надавать по щам. Ну ладно, что, в принципе, я так понял, что мы уже... все прошли. Сюжет, как говорится, закончен. Тут вот костюмы всякие можно поодевать, да? В костюмах уже походить нужно, проходить кучу этих уровней. Ну, кому это нахрен надо, как говорится. Ну, там вот одеваешь костюм, ползешь туда, собираешь. Тут можно походить. В общем, ну, осталась всякая ботва, то, что после сюжета, естественно... Я как такой человек, что когда заканчивается сюжетка, и мне уже... Подожди, эпизод 3, возвращение Джокера, это что такое? Может, все-таки есть продолжение, может? Я вообще не могу сесть. А-а-а! Так тут еще несколько эпизодов, а ёшкин кот, я уже думал, уже все, уже сюжет закончился. Ладно, ребят, на этом тогда закончим. Спасибо, что смотрели, надеюсь, понравилось. С вами был Юра, всем самого наилучшего, пока-пока.